как у Джона Кеха, почему-то сегодня о нем начал говорить. Вот он все время говорит такие слова. Я сегодня даже пытался найти вот эти слова, знаете, в Инстаграме. И даже нашел, но сейчас не буду искать, потому что вопросов много. Ну, где-то так у него. Самое важное это захотеть этого, самое важное это визуализировать. А вы знаете, что он не прав? Что если визуализировать что-либо и говорить, да, это у меня есть, то это является фактическим самообманом. И вот такие медитации, когда люди говорят, я богатый, у меня все есть, мир дает мне бесконечные деньги. Зачем вы себе врете? Ведь это ложь. Никакие деньги к вам не приходят, мир вам ничего не дает. А по моему мнению, любая ложь, которую внушает себе человек, приводит его к депрессии. Это я очень часто вижу. Очень часто вижу. Какие самые простые методы привлечения в жизнь денег? Самый простой метод связан с ментальной энергией. Смотрите, ментальная энергия — это белая энергия, астральная энергия — это красная энергия, божественная энергия — черного цвета. Смотрите, ментальная энергия, ею можно что-либо как бы создать, привизуализировать. Каким образом это можно делать? Могу дать вам совет. Самый простой метод привлечь в жизнь материальное благополучие в большом количестве. Берете, ставите руку вот таким образом и представляете, будто сначала в руке появляется яркое белое свечение, после чего представляете, будто это яркое белое свечение, а в нем прозрачные 100-долларовые купюры в виде вот такой пачки, допустим, 40-50 тысяч. При этом говорите, скоро у меня это появится, трясете и хохочете. Это самый простой метод привлечения в жизнь материального благополучия. При этом слово «скоро» является элементом, который запускает это все. Не работают методы, когда человек визуализирует что-то. Нету людей, которые разбогатели по поводу того, что они там визуализировали, говорили «скоро», а говорили вернее «я богатая, красивая, я умная, мир мне дает». Нету таких людей. Брехня это все. Это все полная профанация, полная редиска. То есть это все полная ерунда. Говорю вам, этот человек, который занимается эзотерикой очень давно, не работают эти методы. Я тоже в свое время это делал, но это было еще 20 лет назад. И это все нефункционально было. Конечно же, это сейчас услышит кто-то, кто полжизни этим занимается, но я хочу вам сказать. Без усилий, без труда я смог стать богатым человеком. А те люди, которые это читают, они без усилий, без труда не смогли стать богатым.